Хизри Абакаров проверил ход работ по благоустройству парка Низами Гяндживи. Благоустройство парка проводится в несколько этапов. Строится большой мультимедийный фонтан, обустраивается парковая зона. Что касается фонтанного комплекса, то здесь уже залит фундамент. Выполнены наружные и внутренние работы. Там, где расположены резервуары для воды, установлены электрогенератор и 180 насосов. Считали, что 29 октября закончим, но из-за коронавируса, да, я как понял, что... Да, здесь, да, с поставщиками, потому что поставщики не от нас зависят. То есть весь материал мы везем не из Дербента, а из других городов, и поэтому в связи с этим у нас будет перенос. У нас, получается, мы собирались 29 октября открыть, но коронавирус помешал не только этим проектам, многим проектам, например, «Золотая рыбка». Как мне сказали, проект весь уже готовый, ее надо вывести, тоже стоит, не можем, граница не открыта. Поэтому сейчас будем с GKM обговаривать, на какую дату открытия мы перенесем. Потом сообщим дополнительно. Хорошо. Но работа это очень сложная. Да, проект очень сложный. И это первый фонтан такого масштаба в России, который делается. Парк имени Низами Гяндживи – самый большой по площади городской парк в Дербенте. Последние годы он больше был похож на заброшенный пустырь. После завершения работ по благоустройству он должен стать одним из самых современных парков не только на юге России, но и во всей стране.